Багик, вот так встреча. Я думал, мы тебя еще долго не увидим. Мир тебе, Минихет. Как поживаешь? Мои дети растут не по дням, а по часам. Ну а мы с женой вечно в делах. А ты? Есть новости, а? Нет. Я забылся. В твоей жизни невероятно много запретных тем. Извини. Судя по виду, ты многого достиг. А, да. Верховный жрец сделал меня своим помощником. Но поверь, это не самая интересная новость. Ты обязан увидеть наш храм. Покажешь мне? Конечно, конечно. Приходи, как сможешь. Готов осмотреть наш чудесный храм? Веди, Минихет. Прости, верный служитель богини. Можно по имени. Ты почти член семьи. А ведь раньше здесь были заброшенные руины. Теперь местные жители все время проводят здесь свои особые ритуалы. Что привлекает в Имау все больше богатых транжир. Удачное описание александрийцев. А что говорит твоя вера? Признаю, иногда это бывает неприятно. Меня одолели неприятели! Тихие, как тени! Дядя Байек! Дядя Байек! Здравствуй, Байек! Отрада моей жизни! Вы что же, сбежали от своей матери? Подними меня, дядя Байек! Видите, не обязательно нападать со спины, если вас четверо на одного. Ты же говорил, нужно использовать любую возможность, если враг опасен. Да, да, да. Я очень... Опасен! Прячьтесь, ибо странник идет по следу! Выходи, Найла. Ты мешаешь жрецам. Твой отец звал тебя домой. А я лучше с тобой погуляю. Теба, как ты умудрился там оказаться? Хотел спрятаться, а теперь не могу выбраться. Мне страшно. Спокойно. Сейчас я помогу. Сюда, через туннель. Спасибо, дядя Байк. А теперь беги к маме. Да поскорей. А ты останешься у нас на ночь? В другой раз. Но я загляну поболтать с твоей мамой.
могучего гладиатора Сориса. Сорис, назад! На помощь! Рассказать тебе Хасина, живо спускайся. Но ночью отсюда можно будет посмотреть на звезды. Сюда пускают только жрецов. Ты же знаешь. Да, но я хочу посмотреть. Так, а ну слезай. Посмотрим на звезды с берега. Рассказать тебе Вроде бы всех отыскал. Скажу Минихету, что дети в порядке. Ты взгляни, подделка с твоего рынка. Как это ты ничего не знаешь? Я не слежу за делами на рынке, так что лучше поговори с торговцем. Ха, жрец, ты так же фальшив, как и ваши мумии. Минихет, я привел твое семейство. Спасибо. Что он хотел? Наши гости так любят покупать реликвии, что у нас уже не осталось мертвых кошек на продажу. Я не торговец, но они приходят со своими жалобами именно ко мне. Здесь нужна твердая рука. Thank you.